Всем привет! Уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Яндекс, Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс, Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте наконец-то снова конкурс, новиночка, так сказать. Разыгрываем мы ключ на игру в Стиме Rising Storm 2 Вьетнам. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Довольно-таки давно у нас конкурса в группе ВК не было. Хотел как раз сделать, уже через день-два хотел там свой конкурс выпускать. Решил не ждать спонсорства, но вот тут прилетает просто ключик от спонсора и доброе утро, как говорится. Здравствуйте. Поэтому вот такой вот конкурс, такая вот игрушечка. В группе ВКонтакте моей проходит сейчас конкурс, в закрепе, если что, висит конкурс, поэтому сможете всегда найти с телефона, с компьютера. Ссылка также на группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи, народу участвует мало, шансы выиграть большие. Всем желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике, как я говорил в предыдущих своих роликах, мы сделаем переобзорчик на вот такой вот Energetic Volt Energy со вкусом апельсин маракуйя. Покупал я его в магазине без названия. Стоит он 77 рублей. Вот такая вот цена. По поводу переобзорчика. Сейчас можно сказать. Секунду, я же хотел ролик найти и забыл. По поводу переобзорчика. Собственно, почему мы делаем переобзор на данной энергетике? О, Дзен наконец-то решил мою проблемку с черновиками. Мне просто показывалось 6 черновиков, хотя у меня черновиков 6, именно видео, не было загружено. Просто баг был, типа у меня есть. Так вот, вот этот ролик, его название, его превьюшка, в чем была его проблема? Проблема этого ролика была в том, что эти энергетики я не знал, как пить. Их, оказывается, замораживать нельзя, иначе вкус пропадает просто, данных энергетиков. Ты не распробуешь нормально вкуса, поэтому их замораживать нельзя, ни в коем случае. Поэтому приобрел еще раз. И, собственно, сейчас будем пить. Он у меня не был в морозильнике. В магазине также он в холодильнике не стоял, просто на полке. Поэтому сейчас будет четкий обзор. Я, в принципе, уже переделал обзор на вкус голубика гранат. Удостоверился в том, что все-таки нельзя их замораживать. И манго лайм также. Но манго лайм это переобзор не был, это был новый обзорчик. Там новый энергетик завезли, вкус. Я его, собственно, приобрел и сделал на него обзор. В общем-то, поехали. Хочу пить. Запах, в принципе, апельсин. По запаху. Ну, чувствуется какой-то такой тропический вкус. Я, в принципе, опять же оказался прав. Я, опять же, был все-таки прав. Так, все, продолжаю. Я, как и сказал, все-таки оказался прав. Вкус реально другой у энергетика.
Поэтому запомните в третий раз, если не запомнили. Не замораживайте эти энергетики. Под замораживанием, что я имею в виду? Не оставляйте их в холодильнике, в морозильнике, без разницы. Имею в виду, не делайте их холодными. Пейте их теплыми. Тогда вы точно сможете распробовать вкус и понять. Бренд энергетика, кстати говоря, вроде как российский. Это вроде про них я смотрел. Сначала был российско-украинский. Типа вместе делали. Вот теперь в этом вкусе. Сейчас понятно все. Когда я делал обзор холодным этого энергетика, вкус был только апельсина. Только чувствовался апельсин. И там на фоне чуточку маракуйи. Сейчас же все наоборот. Чувствуется... Ой, нет, наоборот. Не наоборот, а точнее говоря, 50 на 50 вкус. Сначала идет вход апельсин, чувствуешь поначалу. Потом, когда уже... Напиток проходит в горло, уже все проглатывать начинаешь. Чувствуется очень хорошо маракуйя. В принципе, такой цитрусовый напиток. Газированность. Сейчас, секунду. Газированность почему-то только под конец идет, когда уже вот тут в горле проходит у тебя энергетик. Поначалу абсолютно никакой газированности вообще не чувствуется. В принципе, я ощутил этот вкус апельсина и маракуйи. Энергетик, в принципе, хороший. Главное понять, как его правильно пить. На этом... А, подожди, какой на этом-то? Про таурину не сказал. Тут очень удобная табличка, в которую можешь заглянуть и посмотреть. Кофеин. Тут всего сколько кофеина, таурина, витаминов в напитке можно посмотреть сразу написано. 450 мл напитка. Кофеина 90 мг, таурина тоже 90 мг. Вот так вот. То есть... А, у меня же ролик даже и назывался «Наименьшее количество кофеина, которое я видел в энергетике». Вольт Энерджи, апельсин, маракуйя. Да, в этом энергетике реально мало кофеина, 90 миллиграммов. На 100 миллилитров напитка здесь используется вроде 20. Да, 20 миллиграммов кофеина, это урина 20 миллиграммов тоже. То есть этот энергетик, он довольно-таки безвредный, можно сказать. Можно даже написать так, безвредный энергетик, типа того. Сейчас реально говорю. Поверьте моему опыту, 90 миллиграммов таурина это на 60 миллиграммов меньше, чем в дефолтном энергетике. В обычной энергетике где-то 144-150, где-то так. В среднем. Ну как в среднем? Обычный вот энергетик чисто. Потому что там 30 миллиграммов на 100 миллилитров напитка обычно используют, а здесь 20. В принципе, энергетику я ставлю оценку 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.